В физкультурно-оздоровительном комплексе «Костюковка Спорт» в Гомеле состоялся международный юношеский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Беларуси Владимира Копытова. Традиционные соревнования собирают юных атлетов из Беларуси и зарубежья уже более 20 лет. В нынешнем году турнир сменил название. Его посвятили памяти заслуженного тренера БССР, СССР и Литвы Григория Козовского, которого не стало в июне 2018 года. Организаторы приняли решение переименовать турнир и почтить память именитого наставника, воспитавшего целую плеяду спортсменов, среди которых чемпионы мира и призеры Олимпиад. Мы приняли решение такое, что в связи с потерей нашего тренера, умер, да, вы знаете, Григорий Иванович Козовский, мы решили посвятить этот турнир его памяти, так как он был все эти годы с нами. И хотим, чтобы как-то и так и продолжалось, чтобы он был с нами. Это не только моя такая была идея, это и иностранцы предложили, и наши тренера. Я думаю, так правильно. Награды турнира в этом году оспаривали спортсмены из 7 стран – Белоруссии, России, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Кстати, эстонская дружина насчитывала только 2 атлетов. Такая малочисленность не исключила медальных амбиций. Атлеты приехали на турнир отнюдь не статистами. Самое главное, в этом году у меня стал 3-м призером Европы Ричард Карлсон. И я сделаю такое контрольное соревнование на следующий год, чтобы... Как дальше идти? 92 килограмма хотим выиграть, а 55 килограмм один побед и одну проиграл. И может быть дальше борется, посмотрим. Белорусские борцы к этому турниру также подошли во всеоружии. Победа здесь – это путевка на европейскую и мировую арену. По итогам соревнований формируются сборные команды страны по возрастам для участия в международных турнирах на следующий год. Из представителей Гомельской области лучше всех выступил Глеб Макаренко, который в своей весовой категории смог завоевать первое место.